Всем привет, вы на канале Холод, и сегодня мы будем играть в игру под названием Plunger Roulette. Это та же самая игра, похожая на ту игру, которую мы играли с здоровяком и дилером, но тут есть свои нюансы. Давайте же на них посмотрим. Так, нажимаем играть. Туториал. Вот, погнали. Так, тут, в принципе, начало то же самое, только мы не в клубе, а просто пришли. Добро пожаловать, как ты? Не хочешь взглянуть? Давай сделаем с нашей последней игрой. Я также дам награду, как и всегда. То есть мы играли в нее, по сути, уже. То есть чел нас знает. Разреши мне напомнить о правилах игры. Так, какие-то новые правила. Так, ну тут все стабильно. Так, три настоящих, я так понимаю, да, и один холостой. Так, рычаги расположены в неизвестном порядке. Угу. Так, давай. Динамит. А, настоящие рычаги подключены к бомбам. Так. А, так что я бы не рекомендовал тебе нажимать. Так, ну давай. Что за... Нас позвоняет бомба по вашему ходу. Что это? Ага. Теперь настоящие рычаги будут включены к моей бомбе. Во время... Ага. А, тут показывает, сколько раз можно ее использовать. Я понял. Так. Давай, ну давай вот этот вот. Так, что тут? Ага, мы промазали. Ну все, нам жопа. Сейчас нас убьют. Нас ушатали. Будь аккуратнее. Окей. Так, опять переключаем, и теперь у нас точно тут разные. Давай. Нажимаем. Так, ну тут 100% бабахает, потому что там всего один не был. А, лох, лежать. У него осталось одно здоровье, но он нас сейчас тоже ушатает. Бах. Бабам! Мы умерли. Так. У нас сейчас нет права на ошибку. Так, один настоящий, три ненастоящих. Они заходят по столу в неизвестном порядке. Угу. Шанс сейчас ошибиться очень большой. Ну, давай. Переключаем на него. Нажимаем на этот. Эх, не повезло. Ага. Он сам себя убил. Ну, ты красавчик, Гэри. Гэри красавчик. Он сам себя ушатал взял. Взял и сам себя ушатал просто. Красава, Гэри. Его зовут Гэри. Гэри! Теперь я назову, чтобы мы сделали немного поинтереснее. Давай. Давай, Гэри. Так. Ну, тут, короче, предметы как тогда. Ты будешь вещи подскажешь, чтобы использовать во время твоего ухода. Так. Две вещи на выбор. Так, это сюда. Это сюда положим. Так. Молоток какой-то и лупа. Что нам дело дает это? Ну, давай посмотрим. Ну, лупа это понятно. Это, скорее всего, посмотреть. Так. Ага. Ну, я так понимаю, это хорошее. Значит, мы переключаем. И фигачим x2 урон по нему. Бабах. Давай, Гэри. Гэри, лови бомбу. Бам! Туда его, Гэри. Гэри! Гэри, ты мой дружок, любимый. Так, я нажму последний холостой рычаг на себя. Что на самом деле, мне нужно посмотреть свой следующий ход. Так... Так, раз, два. Пиво и лупа. Пиво, я так понимаю, тоже скипает. Так. Два настоящих, один не настоящий. Гэри, ты хорош. Гэри нам сделал сейчас очень хороший вариант для победы. Сейчас мы просто смотрим. Так, это, я так понимаю, не настоящий. Значит, нам нужно нажать на вот этот. Нет! Нет! Я не перевел ход! Я не перевел ход, блин. Такая ошибка сейчас была фатальная просто. Ладно. И он себя лечит. Блин, сейчас такой дебилизм. Я сейчас просто не перевел ход и не убил его. Блин, я мог его сейчас спокойно убить. Ну ладно. Так, сейчас его убьем все равно. Так, пиво, лупа. Отлично. Два настоящих, а три ненастоящих. Блин, как много. Он опять себя лечит.
пиво. Он скипает, значит. Мы тут не видим, кстати, какой из них настоящий, либо не настоящий. Гэри восполнил себе 3 здоровья. Жесть. Давай посмотрим. Ага, это настоящий. Отлично. Сейчас мы тогда ушатаем Гэри. Можно, в принципе, по приколу скипнуть парочку. А, нет! Зря. Я забыл, что тут не работает то, что мы перезаряжаемся. Только не нажимай этот. А, слава богу. Ну, это, скорее всего, правильный, да? Нет, повезло. Все, нажимаем на него, переключаем и нажимаем. Бабах. Значит, вот это тоже настоящий. Он нас сейчас ушатает. Или бы себя ушатает. Ай, хорошо. Аж Гэри получил еще по лицу. Нет, он на нас все-таки перевел, сволочь такая. А зачем? У тебя один рычаг остался всего. Ау. Он нас опять убил. Так. У нас осталось тоже 2 здоровья. Тут так один к одному получается. Так, давай. Пиво, наручники. Ага, наручники тут тоже имеются. Отлично. Один настоящий, один не настоящий. А, ну мы сейчас сделаем очень просто. А, так это работает на следующий ход. Так. Я думаю, надо скипать. Я думаю, скипнем этот ход. Потому что тут вероятность очень мала, то что мы выигрываем. Все. Вот так. Отлично. Так. Тут можно было 50 на 50, конечно, сходить, чтобы... Так. 2 настоящих, 1 не настоящий. Сейчас он ходит, да? Он смотрит. Так. А сколько у нас жизни осталось? 1 или 2? А, ну он нас убьет сейчас. Все, мы проиграли. Ну ладно. Попробовать снова. Давай сейчас заново пройдем. Потому что мы очень сильно тупанули. Мы могли сейчас его спокойно ушатать. Да-да-да, на правилах. Я знаю. Ты мне рассказывал про правила уже. Давай по новой просто. Так. Это сюда. Две вещи на выбор. Так, сюда. Где музычка моя эпичная? Где музычка? Музычка. О, все, музычка заиграла, отлично. Сейчас мы ее немножко потише только сделаем. Так. Давай посмотрим. Я не помню, сколько там чего. Но надеюсь, что сейчас будет. Нет, это не настоящий. Ну ладно, тогда нажимаем его на себя в любом случае. Пропускаем ход. Или там было 2 настоящих, 1 не настоящий. По-моему, так было. Давай ударим вот этот. Блин! Один настоящий, значит. Но мы знаем, что вот этот настоящий. Он скипает. А, спасибо. Спасибо. Ты мне очень помог. Спасибо. Просто большое спасибо. Бабах. Все, спать иди, Гэри. У тебя еще 2 здоровья осталось. У нас, кстати, мы все предметы потратили уже. Ну ничего, сейчас еще 2 возьмем. Так, сюда один, сюда один. Отлично. Нам нужно сейчас его ушатать. Да так, 2 настоящих, а 3 не настоящих. Так он себя лечит. Потом нас, скорее всего, свяжет, я уверен. И ударит 2 раза. А. Угу. Он пропустил ход. Давай посмотрим, что тут у нас. Тут у нас не настоящий. Ага, значит, мы можем, наверное, пропустить какой-нибудь другой. Мы знаем, что там не настоящий. Нам нужно сейчас изолировать все настоящие. Поэтому мы этот выпиваем безвозмездно. Это не настоящий. Да. А ты что так быстро... А у нас даже вещей нет никаких. Тут чисто рандом сейчас. Так, у него 3 жизни. Сейчас скипать его и менять на себя. Ну давай попробуем. Давай. Давай попробуем. Мы не промазали. Это очень хорошо. Я надеюсь, что он сейчас на себя переведет и умрет. Да, он дурак. Там 2 настоящих было, по-моему. Нет, это не настоящий, черт. Так, молоток и лупа. Нам надо сейчас его ушатать. Срочно. Вот если мы сейчас попадаем, то все. Это победа. Нет. Дурак. Ну точно, дурак.
Сам себя взял, ушатал. Так, у Гэри осталась одна жизнь. Так. Блин! Теперь нужно на рандом бить. Но мы в любом случае переключаем. Потому что у нас один не настоящий остался. Если мы сейчас попа... А! Нет, да, два не два настоящих. Тут шанс 1 к 25%. Ну давай. Давай, 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 давай. Победа. Все, переходим к третьему варианту. Сейчас третий. Шанс его победить. Отлично. Все, третий. Я так думаю, что то же самое будет. Да, 6 жизней, кстати. Ничего себе. 7 возможностей перевести ход. 4 вещи теперь дают. Так, хилка, этот и пиво. Ну, особо ничего полезного. Ну, только хилки разве что. Так. Один не настоящий, 2 настоящих. Давай тебя свяжем. Мы тебя связываем. Нажимаем один на тебя. 100% один. Вот так вот. Рандомно. Даже если это не настоящий, у нас есть шанс второй раз ударить по нему. Ага. Второй раз ударим по нему. Потому что у нас теперь 100% шанс попасть по нему. Жаль, у нас молотка не было. Это было бы очень удобно, если у нас молоток был бы. Но сейчас он нас ударит, скорее всего. Да. Переводит на нас и ударяет. Молотку... какой ты хитрый. Тебе надо было молотком бить, дурак. Меня сейчас ушатало. Ай. Больно вообще-то. Так, отлично. Так, у нас каждого по 5 хп. Так, посмотрим. Ну, первое, что мы сейчас это себя подлечим. Отлично, лупа, это очень хорошо. Наручники, лупа, еще 2 лупы, зашибись. Просто супер. 2 настоящих, 2 ненастоящих, отлично. Ну, первое, что мы сделаем, это лечим себя. А, мы не можем! Это он себя лечит. Сволочь такая, у него снова 6 здоровья. Ладно. Он смотрит. Ну, если что, мы сейчас себя отлечим обратно в X2. Мы сейчас все 2 здоровья отлечим. Ничего страшного. Мы сейчас отлечим все 2 здоровья. В любом случае нам нужно предметы тратить, а то я думаю, что если что, мы не сможем их использовать. Все, отлично. Раз. Лечилка. 2 лечилка. Так, теперь у нас шанс... Давай посмотрим. Ага, отлично. Все. Мы сейчас его ушатаем. Минус 2 здоровья мы сделаем сейчас. Так, переводим на него и бьем со всей силы, со всей мощи. Бабах. Все, теперь 2 у нас не настоящих вот здесь. Гэри, иди спать. Тебе спать явно пора. Так, у нас 5 здоровья, у него 4. Ну тут, что, тут они не настоящие. Оба не настоящие. Отлично. Так. Раз, лупа, наручники, пиво и... Скотч. Так, 3. Мы сейчас можем сделать гениальный ход. Мы его привязываем. Мы сейчас смотрим, где не настоящий, и бьем его 2 раза. Блин, жаль, у нас молотка нету. Даже если не настоящий будет. Это не настоящий. Все. 3 остальные настоящие. Все, зашибись. Теперь мы его бьем. Нет! Я опять не переключил! Бляха-муха! Я опять не переключил. Вот я дурак. Ладно, мы себя подлечим. До 5. Ага. Так, лечим себя. Потом переключаем. Переключаем. И бьем по нему. Он сейчас нас убьет, у него очень много вещей. Надо было хотя бы пивка бахнуть, что ли. Ну, могли 2 урона по нему ударить. Блин, это так глупо. Я постоянно забываю переключать это говно. Хочешь взглянуть на это? Не, не хочу, спасибо. Гэри! Гэри, давай ты проиграешь по-братски. 5 к 4. Он переводит и бьет. Нажимай на этот. На этот нажимай. Нажимай на этот. На этот нажимай. На правый нажимай. На правый, на правый, на правый, на правый. Блин. Ну ладно, это последний без... Он, по сути, просто так выбросил сейчас свои наручники. Помойку. Этот без... Он на себя даже ударил. И зачем ты наручники-то просрал, дурак? Так, извиняюсь. И еще один наручники. У нас теперь дофига предметов. Первое, что мы делаем, это себя лечим.
Первое, это мы себя лечим. Нет! Ну, окей, хорошо, да, допустим, хорошо. Все равно это погода не сделала. Так, лечим. Доводим до 4. Типа, если что, у нас удача. Там, по-моему, 2 ненастоящих, 2 настоящих. Так, давай посмотрим. Это, кстати, даже неплохо. Это неплохо, это супер хорошо. Сейчас мы по нему ударим. Переключаем сначала. Переключаем. Теперь берем молоток и со всей силы бьем по этому рычагу. Мы его сейчас можем победить. Если он мы сейчас угадаем. Все, отлично. Жаль, что, конечно, мы попали по ненастоящему. Тогда бы у нас была 100% вероятность того, что мы его убьем. Так, ну ладно. Переключаем. И дай бог просто, чтобы это был настоящий. Сейчас шанс 50 на 50. Левый, правый, левый, правый. Эники, беники, ели вареники, эни, бекем, беники, ели вареники. Ну вот этот, хорошо, давай бьем. Да, все, победа, 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 да. Господи, эники, беники меня спасли просто, господи. Все, мы победили. Так, что нам дадут? Нам дали 3 миллиона долларов, между прочим. Dead or Alive. Кстати, стилистика очень похожа на этот, на One Piece. Так, нам дали 3 миллиона 642 тысячи 548 долларов. Мощно, мощно. Ну что ж, вот, в общем, такая вот игра у нас получилась, собственно. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, тебе понравилось. Если тебе нравятся подобные игры, будем искать подобные игры, смотреть и так далее. Вот. А на этом у меня все. В принципе, подписывайся на канал, ставь лайки. Не забудь подписаться на телеграм-канал. У нас там будет скоро розыгрыш. Вот. Ну, в общем, собственно, удачи тебе, хорошего тебе дня. Все. Давай, до встречи. Увидимся в следующих видео. Пока.